Физкульт, привет, друзья. Еду домой. И знаю, что вы любите разные конкурсы. Особенно, если хорошие призы. Объявляю очередной конкурс специально для вас. Для тех, кто хочет вступить в мою закрытую группу, но не имеет на это средств. В группе нас уже, вы знаете, почти 170 человек. Я сам удивлен. Все люди довольны, все получают результат, отписываются, что довольны, даже снимают видео о том, как они тренируются. Вы тоже можете это сделать, если являетесь членом группы. Итак, в чем суть конкурса? Во-первых, новость. Очень хорошая новость для инструкторов и для девушек, для девочек, для женщин. Уже почти готова моя новая книга, которая целиком и полностью будет посвящена женскому тренингу. Конечно, в ней будет информация, которая полезна будет и парням. Особенно информация будет полезна для тех, кто взял на себя смелость, ответственность тренировать других людей. Инструкторов, тренеров, персональных тренеров. Очень много мифов я буду развеивать в этой книге. Буду говорить, чем отличается, если отличается женщина от мужчины. Какие должны быть в связи с этим нюансы тренинга. На что следует обращать особое внимание. С чего начинать, как продолжать тренироваться. Будет освещена тема питания. Будет очень-очень много интересного. Будет освещена тема, как тренироваться девчонкам через призму менструального цикла. В какую из четырех фаз, как необходимо тренироваться, питаться, что отслеживать, на что обращать особое внимание. Это мало где рассказывается, освещается, и я считаю, что это очень важная составляющая именно женского тренинга и питания, что немаловажно. Питание еще более важно. Вы все знаете, что набираем мы или сушимся, это зависит только от питания. Тренинг всегда для всех примерно одинаковый. И как бы ни пытались вам говорить тренера, что для каждого нужен супер индивидуальный подход. Это касается только питания, друзья. Тренинг, все мы с вами устроены так, что одни и те же принципы на нас действуют одинаково. И все это чушь. И если человек откровенно верит в это, то он просто безграмотный тренер. У такого инструктора я вам не советую тренироваться, покупать какие-либо методики, еще что-либо. Ну, конечно, это все всегда остается на ваше рассмотрение. У каждого из нас свой мозг, и думает он, естественно, своей головой. При наличии серого вещества, естественно. Что еще будет интересного в этой книге? Еще одна американская выступающая спортсменка в прекрасной форме, которая всегда, которая имеет здесь тоже свой зал, имеет огромную армию поклонников, учеников, напишет главу о питании, именно как должно быть связано питание, как оно должно меняться для каждого из возрастных групп. И это будет, конечно же, применимо как для парней, так и для девчонок. Но так как она девушка и книга для девушек, естественно, будет преподноситься это все именно как для девочек. Но парням это будет тоже очень полезно, поверьте. Но, что самое главное, в чем будет основная фишка, в чем будет эксклюзив. Один из лучших, на мой взгляд, докторов, эндокринологов России, известный очень человек, у которого просто невероятное количество поклонниц, подчеркну, женщин, девушек, которых он ведет в плане гормональной терапии, в плане тех или иных нюансов. Это Алексей Калинчев. Вы его могли видеть на первых каналах нашего телевидения российского.
И, естественно, многие, большинство из вас его знают. Очень грамотный специалист, преподносит все очень интересно, рассказывает обо всем с юмором. Повторяю, очень много положительных отзывов от женщин, которые получили по его рекомендациям прекрасные изменения в жизни, связанные с сексом в первую очередь, со здоровьем, естественно, и с тренировками. Чем отличается этот доктор от других? Во-первых, он тренируется сам. Он сам в отличной форме. Он сам лично общается и ведет многих спортсменов. Понимаете разницу, да, между просто доктором-теоретиком и конкретным доктором-практиком. Так вот, этот человек напишет мне в нам с вами, в мою книгу, большую главу, которая будет посвящена как раз-таки всему тому, что я рассказал вам только что. Сегодня у него день рождения, друзья. Наберите, не поленитесь его в Facebook, ВКонтакте, в Instagram и поздравьте. Человеку будет приятно. И те, кто не знает, заодно познакомиться с ним, почитав отзывы от девушек, женщин, которые оставляют на его страничке. И вы увидите, поймете, что это все настоящие живые люди, а не боты. Не какие-то знакомые, которых просишь дать рецензию на твою деятельность. Так вот, друзья, у книги пока нет никакого названия. И, основываясь на всем том, что я только что вам рассказал, предлагайте варианты, оригинальные варианты, желательно передающие через юмор всю ту информацию, которую я вам только что сказал. Чем короче название, тем лучше. А если оно будет укладываться в одно какое-нибудь слово или словосочетание, это вообще будет идеально. И я выберу, если мне понравится какое-либо из названий, победителя, который получит доступ в нашу с вами закрытую группу персонального тренинга, где вы получаете рекомендации, отдельно парни, отдельно девчонки, на каждую новую неделю, как тренироваться по принципу периодизации, основанном правильно на различном типе мышечных волокон. Мы будем прокачивать, точнее мы прокачиваем, а вы, кто вступит в эту группу платно или кто получит право вступить, выиграв какой-либо конкурс, к примеру, сегодняшний, получите возможность тренировать все три типа этих мышечных волокон, промежуточные, гликолитические, окислительные, и тренироваться мы с вами будем на массу, на силу и на выносливость. Обращаю особое внимание для тех, кто только знакомится с моими работами, с моими взглядами на тренинг, на питание, что на рельеф тренироваться нельзя. Если вам кто-то говорит, что это тренировка на рельеф и сделает она вам рельеф, это чушь. На рельеф можно только грамотно питаться. Только питание определяет, сушитесь вы или набираете, повторяю. Вот такая вот интересная информация для вас. И не забывайте, друзья, мне очень важно, чтобы вы делились моими роликами в своих соцсетях. Но что еще более важно, чтобы вы писали в комментариях, если вам что-то нравится, что нравится, и ставили лайк. И что еще более важно, конструктивная критика от вас. Что вам не нравится, ставьте дизлайк и пишите, что вам не нравится. И лайки, и дизлайки мне очень полезны. Дизлайки даже больше полезны, но не сам дизлайк, а если вы в комментарии еще напишите обоснованную конструктивную критику, тогда это будет мне помогать развиваться. Развиваться в плане того, чтобы делать канал более интересным, в первую очередь для вас, для зрителей и читателей, кто читает мои статьи. Либо чиная, люблю больше читать. И поэтому я сначала на какую-то серьезную очень тему пишу статью, основательно изучаю материал, если он для меня новый. Либо, что чаще всего бывает, вспоминаю уже ранее изученный материал. Кто не знает, повторю, что я, когда понял, в каком направлении хочу двигаться, развиваться, я пошел и поступил в университет на факультет физической культуры и спорта и целенаправленно получал знания.
закончил его очень успешно. И, что самое главное, продолжаю изучать, развиваться, потому что в стоячей воде нет никакого развития, она гниет, как вы знаете. Постоянно необходимо, если вы являетесь инструктором, тренером, вещаете с экрана людям, как, кому, что делать, вы просто обязаны постоянно мониторить различную информацию, новую, повторять пройденное, потому что не все у нас с вами запоминается, откладывается в памяти. Кое-что нужно освежать. Это, кстати, полезно не только как бы для мозга, как для памяти, но и для тела. Это пережигает тоже калории, что является, на мой взгляд, лучшим кардио с точки зрения именно пережигания калорий. Об этом есть тоже моя статья. Кстати, заходите на мой сайт hmgym.ru и читайте статьи. Задавайте вопросы везде, где только можно, кроме этого сайта. На сайте я на вопросы не отвечаю. Просто мне неудобно, друзья, войдите в мое положение. Мне это не нравится, но если вопрос какой-то интересный, я потом его обязательно озвучу в видеоответе здесь, на канале YouTube. И, конечно же, лайкайте те вопросы, которые задают другие люди, если они вам нравятся. Потому что, как и у всех других людей, блогеров, на те вопросы, которые собирают больше всего лайков, мы и делаем в первую очередь обзоры, материалы, пишем статьи или делаем видеоролик. Ну что, друзья, не буду вас больше грузить. Придумывайте название креативное, интересное, юморное для моей новой книги для девочек. Если оно мне понравится, я его буду использовать, то вы получите право вступить в закрытую группу и получите массу полезного. Вам больше никогда не понадобится персональный инструктор. Это то, что касается тренинга, потому что в группе только тренировки. Отдельно для парней, отдельно для девчонок. Всем пока. Увидимся, как всегда, в тренажерном зале. Берегите себя. Друзья, не пропустите. Я уже выпустил ролики и статьи с нормативами, с тестами, когда переходить с уровня новичка, среднячка на продвинутый уровень и начинать тренироваться по принципу периодизации. Отдельно статьи и видео для парней, отдельно статья и видео для девушек. Обязательно изучите их, проверьте свои знания, проверьте свои силы, чтобы каждый ваш шаг был на ступеньку выше, чтобы вы не скатывались назад, не топтались на месте, только развивались, только двигались вперед, сохраняя и улучшая при этом свое физическое здоровье. Вступая в мою закрытую группу профессиональных тренировок, на каждую новую неделю я выкладываю тренинг, как раз таки рассчитанный на циклирование, периодизацию, на все типы мышечных волокон. И тебе не нужно тратить время, просто заходишь в начале недели, открываешь график, и на следующую неделю у тебя полностью целиком расписан тренинг, тренировки по дням, по упражнениям, по количеству подходов, повторений и все, что с этим связано. Заплатить за группу нужно, за вступление в группу. Но ты платишь всего один раз. В группе нас уже 140 человек. Нет ни одного недовольного. Так что делай свой выбор. Если есть время и желание развиваться, изучать все это, то все есть на моем сайте. Если нет, то просто вступай в мою закрытую группу. Увидимся, друзья, как всегда, в тренажерном зале. Не забывайте поделиться данным роликом со своими друзьями. Всем пока! Сухой мышечной массы и силы без травм.